хотел бы с вами поговорить по поводу гражданства. Любопытный факт. У меня есть свидетельство о рождении. Оно выдано в Союзе Советских Социалистических Республик, в СССР. Гражданство у меня, соответственно, СССР. Когда развалился Союз, военным путем захватили власть преступники, воры, которые сейчас грабят нашу страну, наш народ. Нас об этом не спрашивали. Гражданство Российской Федерации я лично не принимал. Для того, чтобы принять гражданство Российской Федерации, каждый из нас, вы в том числе, каждый из вас, и в том числе я, должны были написать заявление о том, что мы выходим из состава Советского Союза. И написать второе заявление о принятии гражданства Российской Федерации. Теперь дилемма. А кто из вас писал эти два заявления? Во-первых, ушел из СССР и принял гражданство Российской Федерации. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.